Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Друзья мои, в предыдущей передаче мы с вами говорили о слюноотделении. Я вам рассказывал, какое хорошее слюноотделение, слюнотечение, какое плохое слюнотечение. Передачу я эту начал снимать по заявке многочисленных телезрителей, но в основном, конечно, я стал снимать по вопросу, который прислала мне Ольга. О том, что у ее собаки режутся зубы и идет сейчас слюнотечение. Я Ольге предварительно сказал, что не могу поставить диагноз, как бы не видя больного. И посоветовал сводить к ветеринарному врачу. Ветеринарный врач провел осмотр, полный осмотр собаки, и заметил, что возле уха... Барри, иди ко мне. Ко мне иди. Садись. Вот здесь вот, в районе уха, видимо, был какая-то рана, то есть механическое повреждение было у собачки. И видно, произошло загноение. Из-за этого... Значит, как бы было у собачки обильное слюнотечение. Как я понимаю, мало кто занимается, что часто осматривает свою собаку. Некоторые даже не знают, как правильно это делать. Давайте я вот сейчас на примере Акбара покажу, каким образом вы должны осматривать свою собаку, потому что многие проблемы просто будут решаться сами собой. То есть вы будете постоянно следить за осмотром, за здоровьем своей собачки. То есть наблюдать ротовую полость, какого цвета она, ушки посмотрите, кожные покровы, пренебрегать этим не надо. То есть нужно хотя бы раз в неделю, я уж не говорю о том, что осмотр нужно проводить каждый день, но хотя бы раз в неделю, когда вы чешете собаку, давайте посмотрите, потому что будете наблюдать, будете отслеживать здоровье своей собаки. Так, что нужно для этого подготовить? Так, для этого необходимо подготовить. Но если вы сразу будете чистить уши, то есть осмотр у вас будет, увидите о том, что ушки грязные у вас, значит, нужно подготовить, значит, масло, тампоны, подкормочку какую-то. Обязательно фонарик, если есть у вас. Если нет фонаря, то где-нибудь под лампочкой, чтобы освещение было хорошее. Ну и, соответственно, если плохое зрение, то очки. Давайте, вот наблюдать, то есть осматривать собаку, нужно начинать с морды. Каким образом? Если собачка у вас не приученная к осмотру, то значит приготовьте лакомство для того, чтобы замотивировать ее. То есть, чтобы у собачки с осмотром не было плохих ассоциаций, приготовьте лакомство, какую-то подкормку. Акбарчик, подойди сюда. Иди ко мне. Садись. Вот, сразу дали. И начинаем смотреть. Первым делом смотрим ушки. Так, ну у нас ушки чистенькие, розовенькие. То есть цвет ушей, смотрите, чтобы не было там каких-то выделений, чтобы ушная сера, вот серый такой налет на ухе, это уже не ушная сера, это уже говорит о том, что у вас, скорее всего, Акбар, иди сюда, не стесняйся, о том, что у вас как бы может быть ушной клещ, с которым надо будет бороться. То есть вот увидели, если сами не знаете, как лучше сделать, я еще раз повторю, что в любом случае сразу же ведите собаку к ветеринарному врачу, который вам подскажет. Ну, если у вас ушки розового цвета, чистенькие, то значит все хорошо. Если вы увидите ушной налет в виде серы, он отличается вот от этого серого налета, который свойственен ушному клещу, то перейдите по ссылочке, значит, внизу в описании к ролику будет ссылка, где мы правильно чистим уши собаки. Я уже неоднократно рассказывал об этом, показывал, поэтому тут повторяться нет необходимости. Для этого приготовьте вот тампоны, детское масло какое-то. И помните о том, что спиртовыми растворами все-таки ушки чистить не стоит. Дальше мы осматриваем полость рта. Акбар, повернись. Смотрим зубки у собачки. Прикус смотрим, правильный прикус, чтобы не было каких-то кусочков между зубами, что тоже, кстати, может привести к слюнотечению. Молодец, всегда мотивируем, то есть посмотрели, дали что-то вкусное. Зубки должны быть у собаки белые, без налета. Не рекомендую я давать
квартирным собакам кости какие-то, потому что все-таки, когда она грызет, эмаль нарушается. Кормите сухим кормом, готовыми кормами. Если вы кормите не сухим кормом, то продаются зубные пасты специальные собачьи и такая щеточка, которая вот на палец одевается, вы на палец ее одеваете и вот непосредственно вот так вот чистите как бы зубки. То есть это достаточно простая процедура, ее каждый день делать не надо. Так, зубки посмотрели, теперь открываем пасть. Вот смотрите, вот здесь вот, вот клык у собачки, у любой собачки строение зубов примерно одинаковое. И возле этого клыка находится полость, где вы можете открыть. Смотрите слизистую. Акбар. Ай, молодец, хорошо. Посмотрели, слизистая, розовенькая, чистенькая. Стоматита не наблюдаете никакого. То есть стоматит выражается в виде каких-то прыщиков, язвочек. То есть идут нагноения, собака причиняет боль. То есть посмотрели. Ничего подобного у нас как бы не наблюдается. Вот, молодец. У собачки могут быть пигментные пятна там на языке, на деснах, что абсолютно не говорит. Это народная такая, значит, у нас как бы примета о том, что если у собаки пасть черная, значит, она должна быть злая. Вот у этого пасть черная, на языке даже пятно черное, однако он абсолютно не злой. Это все зависит от характера от собаки. Дальше смотрим. Смотрим глазки. Глазки должны быть ясные, чистые. Не должно быть никаких выделений. Если выделение есть, это уже может говорить о... Ну, о таких заболеваниях, как, например... Юль, как это называется-то? Конъюнктивит. Из головы вылетело просто название, забыл. Потом, если какие-то пятнышки на глазах вы видите, это уже могут быть признаки глаукомы какой-то. То есть глаз должен быть чистый, белок без покраснений каких-то. Осматриваем дальше. Смотрим шерсть. Какая она? Блестящая, не блестящая. Сразу же осматриваем бачка у собачки. Акбар, иди сюда. Ко мне иди. Повернись. Садись. Вот проверяете, вот берете, собака в положении сидя у вас села, вы берете за бока, смотрите, если ребра у вас прощупываются, сильно прощупываются, значит, добавьте рацион, собачка у вас худая. Если ребра не прощупываются, значит, рацион немножко нужно снизить. Ну, не сразу там резко, намного, а на несколько граммов, скажем так. Поэтому всегда пользуйтесь весами, когда... Значит, даете корм собачке, всегда взвешиваете его, чтобы вы знали, сколько собачка съела. И когда при осмотре вам поможет как бы все это дело сбалансировать. Собачка не должна быть не перекормленная, то есть толстая, не должна быть худая. То есть ребра должны быть прощупываться, но не сильно, скажем так, прощупываться. Если они вообще не прощупываются, значит, как бы рацион снижаем. Дальше полностью осматриваем собачку, прощупываем просто ее таким образом, чтобы, значит, не было никаких болевых ощущений у собачки. То есть, если какая-то боль, это уже, значит, либо ранка какая-то, либо, значит, недомогание какое-то у собачки. Тоже к ветеринарному врачу. Смотрите наличие перхоти у собачки. Дальше. Кладете собачку. Лежать. Так, подлежать. Кладете на бок. Умри. Смотрите здесь, кожные покровы. Что там? Ничего такого нету. Нет, ничего такого нету. На лапках не должно быть никаких ни порезов, ничего абсолютно. Тоже просмотрели. Вот у моего уже вот здесь вот, вот между, между пальцев много шерсти. Желательно ее, конечно, выстричь, потому что сейчас будет грязь, лед, колтуны будут, они будут ему мешаться. Смотрите когти. Моему нужно постричь уже когти. Первый признак того, что подстригаются когти, это значит, собачка зацокала по линолеуму, значит, пора уже стричь когти. Ну, соответственно, в описании к ролику я добавлю, как правильно нужно стричь когти. Посмотрите этот урок, если есть необходимость, то
когти подстригаете. Все, осмотр практически закончен. Если вы решили, что вам нужно почистить ушки, чистите ушки. Если вы решили, что нужно постричь когти, значит, смотрите когти. Если, значит, у вас есть необходимость снизить или увеличить рацион, вы тоже методом осмотра просто посмотрели, подняли состояние своей собачки, либо добавили, либо убавили, значит, как бы сделали прибавку, либо убавку к рациону собачки. Ну, фонарик вот. Можете фонариком смотреть, это будет достаточно четко, достаточно визуально понятнее вам. И тогда у вас не будет происходить таких эксцессов. То есть вы не будете думать, почему сейчас происходит обильное слюноотделение у собачки, как это произошло в случае с Ольгой. Если бы она сразу заметила эту ранку, обработала ее хотя бы элементарной перекисью водорода, да, ну как вот ранки мы обрабатываем для человека, то в принципе никакого нагноения бы не было и не было бы слюноотечения. То есть хотя бы раз в неделю делайте визуальный осмотр собачки. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Спасибо.